Группа Queen, похоже, определилась с тем, кто сыграет главную роль в фильме об их фронтмене Фредди Меркьюри. По мнению музыкантов, британский актер Бен Уишоу – оптимальнейший из вариантов. Напомним, изначально Меркьюри должен был сыграть Саша Барон Коэн, но комедиант и создатели фильма не сошлись во мнениях по поводу различных съемочных нюансов. Так, Коэн, не особо конфликтуя, покинул проект. Позже сообщалось, что на роль рассматривается Доминик Купер и Дэниел Рэдклифф, но эта информация не подтвердилась. Стоит отметить, что Уишоу, известный ролями в координатах Skyfall и Облачном Атласе, официальное предложение от продюсера картины пока не получил. Участники еще одной известной британской группы Keane объявили о том, что прекратят совместные выступления. А произойдет это после выхода сборника лучших песен коллектива. Релиз пластинки назначен на 11 ноября этого года. Никакого скандала, музыканты заявили, что хотят уделить больше времени сольным проектам. Поэтому неизвестно, когда они воссоединятся снова и воссоединятся ли вообще. СМИ сообщают лишь, что у вокалиста Кин Тома Чаплина накопилось достаточно песен для полноценного сольного альбома. Вроде не сидят без дела и другие участники Кин. Неужели эти факты намекают на то, что 16-летняя история группы подходит к концу? Эпатажная Леди Гага тоже на днях полюбовно решила один важный вопрос. Еще в 2011 году на нее подала в суд бывшая подруга и соседка Дженнифер О'Нил, на протяжении 3 лет работавшая помощницей певицы. Если верить экс-помощнице, Гага задолжала ей почти 380 тысяч долларов за сверхурочную работу. Слушания по делу должны были начаться в ноябре, но представители певицы утрясли все до суда, и исполнительница избежала лишних тяжб. Вопрос, говорят, исчерпан. О'Нил довольна. Одним словом, мир, дружба, жвачка.